нас проводится школа снижения веса и правильного питания, на которой мы рассказываем пациентам, чем вообще чревато избыточная масса тела или ожирение, каким заболеваниям это может привести. Гамбургеры – это вкусно. Я люблю поесть, когда вкусно. Невкусно – не ем. Так а если вам сейчас назначат диету, она будет невкусная? Но зато она приведет вас к победе. Значит, буду есть невкусно. Придется пожертвовать ради победы, то может. То есть вы на все готовы ради победы? Конечно. Цель оправдывает средства. В холодильнике пусто, а на холодильнике висит список. И я каждый день туда добавляю тот продукт, который мне очень хочется съесть. И вот из этого списка, когда выиграю, выберу несколько блюд и обязательно их приготовлю и съем.